Около 20 волонтерских объединений работают в нашем городе. В добровольцы идут и школьники, работающие люди, и те, кто уже вышел на пенсию. У каждого объединения своя сфера деятельности. Кто-то помогает детям из детских домов, кто-то пристраивает бездомных животных, кто-то ухаживает за стариками и инвалидами, а кто-то носит продукты больным коронавирусом. Чтобы рассказать о тех, кто готов бескорыстно прийти на помощь ближнему, ресурсный центр добровольчества проводит конкурс. Он так и называется «Доброволец-2021». Вообще есть же государственная программа по развитию добровольчества в России. И вот данное мероприятие, данный конкурс проводится с целью привлечения волонтеров, с целью привлечения добровольцев, чтобы в городе знали о том, что такие люди есть, чтобы в городе хотели становиться такими людьми. Любая организация, объединяющая добровольцев, и любой человек, занимающийся волонтерской деятельностью, сможет принять участие в этом конкурсе. Проект нужно представить в одной из 5 номинаций. Первая номинация – это «Доброволец-2021», в которой могут участвовать все конкурсанты, которые подали заявки на участие. Следующая номинация звучит как «Искра добра». Подразумевает под собой человек, который начал добровольческую деятельность в 2021 году. В номинации, например, «Рожденный помогать» может участвовать конкурсант, который начал свою добровольческую деятельность до 2021 года, но в 2021 году очень ярко себя проявил. Есть еще номинации «Душа компании» для лидеров волонтерских объединений и «Общее дело» для всех организаций, ведущих добровольческую деятельность коллективно. Заявки принимают до 15 ноября. Подробности по телефону 991-13. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.